Пасха – это не краюха хлеба, не яйцо, не свечи за столом. Пасха людям открывает небо, всем неся благую весть о нем. О Христе, которого распяли, за грехи заплачено сполна. Чтобы в Пасху люди вспоминали жизнь Иисуса, вот всему цена. Пусть же счастье в вашем доме будет, песни льются прямо до небес, и по всей земле ликуют люди, ведь на радость всем Иисус воскрес. Подпишитесь и напишите в комментариях ваше мнение о данном празднике, поставьте лайк, поделитесь роликом в соцсетях и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был канал «Притчи и рассказы». Всего вам доброго и до новых встреч!